Началась новая генерация в домашних синих цветах. Продолжилась. Здорово развернулся, мощный удар в дальний верхний угол. И пробил здорово с рабочей, любимой левой ноги. Верят, по-настоящему верят в команду в Сыктывкаре. Сейчас Чирок выручает. И не позволили бразильцу ничего сделать. Дальний удар Прокушева в строю. Пирогов, мощный удар, тут и добивание. Добрался до Кайо. И голкиперам удар в дальний угол. Потребовалось даже вмешательство в полет. К нам. Но не точно. Еще раз Чишкало. Передача на Эмилио. Супер сейв. Ну вот такие подарки гостям, конечно, первый раз. Далеко выходит из ворот. Удар. Будет добивание. Нет, успевает. Ой, в Щурок. Из Леготина. Счет по-прежнему не открыт, 0-0. Афанасьев на своей любимой позиции. Столба. Удар в ближний угол. Смотрю я, что об этом чуть позже. Опасная атака. Вновь Щурок в игре. И Синары, насколько реально. Мини-футбольная лотерея. Здорово, Суворов сейчас обыграл оппонента. Прокушев, но на Суворова не получается удар. Получилось на загляденье. Мяч попадает в Пирогова. И такая опасная атака на последних секундах. Сам же исправляется Емельянов. Овладели мячом. Создавали опасные моменты, например, такие как сейчас. Поле и лишь... Ассоциации мини-футбола России пока предлагает нам счет 1-1. Смотрим за этой атакой. Удар в дальний угол. Не попадает. Ехавший буквально замыкает в этой паре. На трибунах универсального спортивного комплекса. Пирогов, какой черпачок сейчас Каю вырезал. Здорово играет Щурок. Будет бить! Да! Потому что по ходу этого сезона были у Щурка площади. Дальний удар. Пущее действие новой генерации. Заброс на Афанасьева. Слету! Подставляет. Шкала. Против него Емельянов. Неплохо. Мощный удар отражает его Шевченко. На его половине поля. Вообще, очень характерный знак. Удар, и все-таки Чишкало отрегулировал этот гол. Давайте смотреть повтор эпизода. Мощный дальний удар Ивана Чишкало. Вот смотрим, сейчас отсюда будет здорово видно, как он в ближний угол. Можно пробить. Удар! И Шевченко выручает. Югорчан Данил Давыдов. Дальний удар Прокушева. Каждое удачное свое действие. Голкипер. Еще один удар капитана. Опять же, это возможность немножко сбить атакующий порыв новой генерации. Леготин уступил свое право ввода мяча с угла Шишову. Возможно, что на Леготина именно пойдет передача. Так и происходит. И гол! Гол! Шишова. Смотрим повтор. Слету. Закрывал обзор Шевченко Симуков. И не без его помощи. Первым будет на мяче. Щурок что творит? И атака в численном большинстве. Удар. Успевает заблокировать Прокушева. Но до чего ж Щурок-то. Мы смотрим потрясающее зрелище. Удар. Еще один удар. За голову хватается вся трибуна. Смотрим повтор. Вот здесь добивает Александр. 1-1 после 50 минут.
точно, холоднокровно вел себя. Шевченко. Удар! И супер спасение! Мы повтор этого эпизода. Шевченко увидел, что остался один. Фанасьев. Сразу трое. Невозможно. Смотрим этот эпизод. Ахметов против Щурка. Удар! Щурок! Площадки сейчас будет разыгрывать. Прострел! Ух, простил сейчас Виноградов. Итак, удар! 1-0, Газпром впереди. Удара с нее не сходить. Удар, Легодина, 1-1. Не Щурока. Глеб Петров. Москалев. Удар, 2-2 в серии. Другая дуэль. Смотрим, удар. Штанга! Штангу попадает Шахметов. Победы в сегодняшнем матче находится новая генерация. Дуэль у Слемзина. Итак, удар. Перекладину нападающего новой генерации. Хочется только... Удар! Мяч. Прокушев. Удар! Гол! На силу наверняка будет удар. Удар! Щурок тащит! Но рано, рано радоваться! Шиков на ногах. Итак, удар! Гол! Новая генерация обыгрывает Газпром-Югру! Мы поздравляем новую генерацию! Фантастической игрой, сенсационной победой, победой, которую сыктывкарцы сегодня заслужили на все 100%. Они ни в чем не уступили грозному сопернику.